В конце прошлой лекции мы начали говорить о случайных величинах. И поняли, что случайная величина – это просто синоним функции, заданной на омега, со значениями множество вещественных чисел. В случае дискретного пространства любая функция имеет право называться случайной величиной. Значит, вот, собственно, было дано определение, и на этом все кончилось. Ну, на практике, конечно, бывают ситуации, когда мы интересуемся не вещественно значной функцией, заданной на омега, а, скажем, комплексно значной, или со значениями в домерном пространстве и так далее. Так вот, в таких случаях говорят о случайных элементах. Так что общее определение такое. Значит, вот есть омега, и отображение из омега в некоторое множество Е. В случае, значит, это мы считаем, что дискретное пространство. Вот это отображение X. А Е можно взять произвольное множество. Значит, такое отображение называется случайный элемент. Значит, x называется случайный элемент. Случайным элементом множества E. Ну вот, частные случаи. Если E – это множество вещественных чисел, значит, мы говорим о случайной величине. Случайная величина. Если E – это множество комплексных чисел, то комплексно-значная случайная величина. Если это RD, то мы говорим о случайном векторе. Ну, почему о случайном векторе? В этом случае вы ведь знаете, что отображение в РД всегда можно разложить на компоненты, так ведь, на координатное отображение. Значит, в этом случае x от омега – это x1 от омега. Значит, если выбрать базис xd от омега, где координатные функции уже будут обычные вещественно-значные случайные величины. Ну, а когда вы рассматриваете их совместно, то говорим о случайном векторе. Значит, случайный вектор. Случайный вектор. Вот эти отображения xk, ну, естественно, назвать координатными отображениями или частными отображениями. Частные координатные случайные величины. Или компоненты случайного вектора. Компоненты. Значит, вот такая терминология. То есть, по сути, это все хорошо вам знакомо. Обычные функции, заданные на омега с теми или иными значениями. Ну, а терминология пришла из вероятности. Теперь, ну хорошо, вот мы ввели это понятие. Что же с ним делать, так сказать? Что является, так сказать, чем мы интересуемся в связи с этим понятием? Значит, основное понятие, которое здесь вот необходимо, это понятие распределения. Вот у нас есть отображение. Давайте пока я не буду рассматривать, давайте рассмотрим пока вещественно-значный случай. X из омега в R1. Ну, поскольку омега у нас дискретно, это означает, что оно, это множество не более чем счетно, то образ x от омега – это некоторое не более чем счетное подмножество R1. Так ведь? Вот. Ну и его элементы можно, значит, ну, скажем, как-то там занумеровать. И тогда вот элементы этого множества называют значениями случайной величины, что вполне естественно. Значит, акаты – это значение x.
Ну и вероятность множества омега, для которого x от омега равняется АК, вот такие вероятности, они вполне определены, правда ведь, потому что у нас вероятность определена на всех подмножествах множества омега, так что это множество, это прообраз одноточного множества АК, ну вот вероятность его я обозначаю ПК. Ну и что же получается? Получается, что каждую случайную величину x можно охарактеризовать двумя наборами чисел. Значит, это набор АК, набор значений, и набор соответствующих вероятностей, ПК. Вот это и есть та основная информация, которая интересуется в теории вероятностей. Вот эти, в дискретном случае, эти два набора я и буду называть распределением случайной величины x. Значит, вот эти два набора распределение x. Ну, действительно, смотрите, какая информация нас интересует. Мы же ведь не знаем в теории вероятностей, какая точка омега реализуется в нашем опыте, правда ведь? Поэтому мы и значение x от омега тоже не знаем. Поэтому нас интересует не функция, а ее распределение. Вот это основное, может быть, отличие, одно из основных отличий теории вероятности от анализа. Видите, здесь мы пользуемся языком анализа, по сути, ну, часто меняем терминологию, но акценты совершенно разные. Вот, в частности, в этот момент происходит такое вот разделение. В анализе вы интересуетесь функцией как таковой и ее свойствами, так? Там дифференцируема она, или сколько раз она дифференцируема, или она там ограниченной вариацией, или еще что-то. Вот. А здесь мы интересуемся распределением. Ну вот, почему можно назвать эти две последовательности, почему они являются, так сказать, несут основную информацию? Ну, просто-напросто, смотрите. Значит, вот когда мы изучаем случайную величину, то нас интересуют вероятности вот таких событий. X от омега, ну, попало в какое-то множество. Так ведь? Ну, могут интересовать такие индивидуальные вероятности, как вот здесь написано, что X от омега в точности равно чему-то. Но могут интересовать и вероятности вот таких событий. Ну, так такие события, вероятности таких событий легко выражаются через вот эти две последовательности. Это просто-напросто сумма ПК по тем К, для которых АК попадает в А. Так что если мы знаем последовательность АК и ПК, то мы мгновенно находим все такие вероятности. Это понятно почему? Просто свойство счетной аддитивности, потому что событие, которое вы здесь видите, это есть объединение событий омега, для которых x от омега равняется АК по тем К, для которых АК попало в А. И эти события попарно дизъюнктны, потому что мы считаем, что точки АК, естественно, различны. Ну, значит, вероятность этого события, это вероятность этого объединения, в силу счетной аддитивности это сумма вероятностей, ну, а индивидуальные вероятности это и есть ПК. Согласны? Так, хорошо. Ну и понятно, опять-таки, что все, что я сейчас сказал, никак не использует тот факт, что значения нашей случайной величины вещественны. Абсолютно то же самое определение и те же самые формулы мы можем применять в дискретном случае к любому случайному элементу. Только теперь уже точки АК будут в этом множестве Е, ну а вероятности им будут соответствовать. Вот и все. Так что все кажется очень просто. Ну, тем не менее, о некоторых деталях стоит поговорить. Давайте предположим, что сейчас множество E – это RD. RD, так что наш
наш случайный элемент, это случайный вектор. X это есть x1, xd. Да, вот сразу сделаю такое замечание. Вот видите, тут я подробно выписывал множество и так далее. Вот вместо этого множества можно писать сокращенно просто x принадлежит a. Это тоже просто сокращение. И в дальнейшем это не приведет никаким трудностям. Точно так же здесь можно писать просто x равно ak. Значит, вот возьмите это на заметку. Это просто сокращение. Значит, вот такой вектор. Ну, хорошо. Значит, его значения тоже векторные, раз они это точки в РД. Так ведь, значит, вот у нас будут там АК1 и так далее, АКД. И им будут соответствовать вероятности ПК. Значит, вот распределение вектора в вероятностном языке часто называют еще совместным распределением его координат, случайных величин x1, xd. Ну и интересный вопрос, практически интерес имеет, что если мы знаем распределение вектора, мы как бы знаем, имеем тем самым полную информацию вероятностную о нем, то в частности мы должны уметь получать информацию относительно отдельных компонент, правда ведь? То есть, другими словами, вопрос ставится так. Как определить распределение отдельной компоненты, зная распределение вектора? Значит, вот эти распределения компонент вектора называются маргинальными распределениями, а общее распределение – совместное распределение. Значит, вопрос ставится так. Как определить маргинальное распределение, зная совместное распределение? Значит, ответ очень простой. Ну, давайте рассмотрим величину x1, например. Значит, что нам нужно найти? Нам нужно вот найти такую вероятность для x1. Значит, вероятность того, что x1 попало в какое-то одномерное множество а. Так ведь? Значит, в данном случае а под множество r1. Если я буду знать все такие вероятности, то я буду знать и распределение. В частности, я могу взять в качестве А одноточечное множество, ну и получу то, что нужно. Ну так смотрите, я могу переписать это следующим образом. Значит, я перепишу события, заменю, а вероятность тем самым не изменится. Я напишу так, что x1, что x лежит в А крест rd-1. Согласитесь, что это одно и то же. Сказать, что первая компонента лежит в одномерном множестве А, или сказать, что вектор попал вот в это прямое произведение, это же просто одно и то же множество. Это понятно или нет? Ну, а раз так, то теперь уже здесь множество под множество РД, и значит, это есть, вот мы это знаем. Мы знаем эту вероятность, потому что это как раз и есть распределение, значение распределения x, случайной величины x на этом множестве. Наверное, есть смысл ввести специальное обозначение для вот таких вот вероятностей. Я буду их обозначать px от a. Значит, это новая функция. Она уже задана на подмножествах множества сейчас я это все сформулирую, вы просто послушайте. Она задана на подмножествах множества, там, где лежат значения x. Вот, и ее тоже можно называть распределением. Это нет противоречия между тем, что я сказал перед этим. И, вот. Но это удобное обозначение, потому что, например, в этом случае я просто пишу, что это есть px от a, крест rd-1. Ну, а вот давайте введем такое тоже определение. Вот такая функция. Значит, да, пусть x – это случайный элемент некоторого множества e. Функция px, заданная на подмножествах множества e,
со значениями в R1, которая определяется так, Px от A, это есть вероятность события X попало в A. Так. Вот. Вот называется распределением случайного элемента X. Конечно, она полностью определяется вот этими вероятностями ПК, вероятностями того, что X принял какое-то свое значение по той же самой формуле. Просто когда у нас есть несколько распределений, несколько случайных элементов, вот как в этом случае у нас есть вектор и есть его компоненты, чтобы удобно, чтобы было понятно, о каком распределении идет речь, вот так, удобно пользоваться таким обозначением и таким определением. Ну и значит, смотрите, вот теперь можно переписать то, что мы получили вот здесь, следующим образом, что распределение первые компоненты вектора x, так, от каком-то множестве одномерном a, это то же самое, что px большое от a крест r d минус 1. Это вот в точности использование этого обозначения. Ну хорошо, вопрос теперь к вам. Ну а теперь предположим, что я возьму какой-нибудь подвектор вектора x. Скажем, вектор x1, xk. K меньше, чем d. Как найти его распределение? Пусть это будет y. Что можно сказать? Py от a. Теперь уже a это подмножество rk, так ведь? Потому что... вот. Как выразить через распределение px? Это px от чего? R в степени d минус k. Совершенно верно. R d минус k. Вот. Ну, я взял здесь для того, что для простоты записи первые координаты, но понятно, что все то же самое верно и для любого подвектора. Ну, естественно, что... вот. Так, это понятно? Очень хорошо. Значит, вот я повторяю, что распределение вектора... Значит, повторяю, слово распределение можно понимать двояко. Значит, как набор, два набора точки и вероятности соответствующие, как вот такая вот функция, которая является... Значит, вот упражнение для вас. Эта функция является вероятностной мерой, то есть удовлетворяет аксиому 1, 2, 3. Но она задана на подмножествах уже множества e. Так. Ну, хорошо. Следующий шаг. Следующий шаг. Давайте поймем, в каком случае случайные величины, если их несколько, разумно считать независимыми. Значит, понятие независимости у нас уже есть для случайных событий. Теперь перейдем к случайным величинам. Можете сделать подзаголовок «Независимость случайных величин». Зависимость случайных величин. Давайте вспомним. События А и Б независимы, если вероятность пересечения этих событий равна произведению вероятностей.
Ну, а как быть со случайными величинами? Предположим сначала, что у нас их всего две, скажем, x и y. Две случайные величины. С каждой случайной величиной ведь на самом деле связано много событий, правда? Вот скажем, если мы рассматриваем случайную величину x, то в соответствии с тем, что здесь написано, нас интересует событие x, значение x попало в то или иное множество. Таких событий ровно столько, сколько под множество e там. Так ведь? То есть очень много. Вот. И все такие события, в принципе, они как бы связаны с нашей случайной величиной, и, в общем, они представляют для нас интерес. Когда мы имеем вторую случайную величину, то, соответственно, у нас возникает семейство событий вот такого вида, где b – это тоже какое-то произвольное подмножество. Ну, по-видимому, вполне разумно считать x и y независимыми, если каждое такое событие не зависит от каждого такого события. Правда ведь? То есть уж если это так, то понятно, что, ну, действительно, это отвечает нашей интуиции. Вот. Ну, а если вдруг, скажем, с другой стороны, если для каких-то А и Б эти события не независимы, ну, значит, между x и y существует какая-то связь, ну, в каком-то таком интуитивном смысле. Так что, действительно, это не очень хорошо. Таким образом, мы приходим к следующему определению. Две случайные величины, x и y, независимы, если вот такие два события, x попало в A и y попало в B, независимы при любом выборе A и B. Для любых А и Б. Я сейчас не как-то стал опускать это, потому что определение одно и то же. Единственное, что надо указывать, для любых А и Б, которые являются подмножествами какого множества? Ну, множество значений, значит, вот Е. Если берете R, то это случайные величины. Если Е, случайные элементы. Определение одно и то же. Определение одно и то же. Ну, спрашивается, а как вообще на практике узнавать, как проверять, что две случайные величины независимы? Неужели нужно перебирать все подмножества, множество Е, и для каждого из них вот устанавливать, вот смотреть на, выполняется это равенство или нет? Хочется как-то все-таки уменьшить количество работы. И вот такое вот предложение. Номер один. Значит, пусть x и y – это случайные элементы множества e. Действительно, нет смысла теперь отделять случай, когда они случайные величины. Ну, давайте предположим, что АК – это значение Х. Значение Х. Б – давайте так сделаем. Прошу прощения. Значит, тем самым мы можем рассматривать пару XY как случайный элемент – прямого произведения Е на саму себя, так ведь? Значит, вот пусть
АКБК – это набор всех значений вот этого случайного элемента. Значение XY. Тоже не очень хорошо. Сейчас я объясню, почему. Это все то же самое. Значит, мне хочется здесь иметь два индекса. Давайте вот так вот сделаем. Значит, действительно, будем считать, что АК – это значение Х, а БЖ – это значение Y. Ну, тогда ясно, что значение XY – это будут всевозможные пары АК и БЖ. Ну, при этом некоторые пары будут иметь вероятность 0. Могут иметь. Ну и что ж, ничего в этом плохого нет. Хорошо? Вот. Ну вот тогда, вот в такой форме это будет лучше выглядеть. Тогда x и y независимы. Независимы. В том и только том случае. Если для любых k и g, для любых индексов, вот вероятность события x равно ak, y равно bg, равно произведению вероятностей x равно ak на вероятность того, что y равно bg. То есть достаточно перебирать одноточечные множества А и Б вот там вот, в определении независимости. Отсюда все следует. Доказательство. Доказательство. Ну, давайте рассмотрим вероятность события x попало в множество А, y попало в множество Б. Значит, понятно, что вот событие, которое здесь выписано, это есть объединение таких событий. X равняется АК, пересеченное с событием Y. Да, значит, запятая – это пересечение, синоним пересечения. В тех случаях, когда у нас события определены не буквенно, а какой-нибудь таким фразой, в этом случае пересечения заменяют часто на запятую. Y равняется bg, и где объединение берется по всем k и g таким, что ak – это точка A, а bg – это точка B. Я считаю, что все АК различны, все БЖ различны между собой, но тем самым тогда видно, что вот эти вот индивидуальные события, которые участвуют в объединении, они дизъюнктны. Ну и раз они дизъюнктны, вероятность объединения равна сумме вероятностей. А по предположению, значит, здесь написано в том и только в том случае, но в одну сторону это ясно. Если они независимы в смысле того определения, ну вот взяли одноточечное множество А, одноточное множество АК, одноточное множество БЖ и получили это равенство. Так что в одну сторону это ясно, из независимости это вытекает. Теперь вот давайте будем считать, что вот это равенство звездочка выполнено для любых К и Ж, и будем доказывать независимость. Вот, собственно, что я уже и начал делать. Вот взял два множества А и Б, расписал, представил, эти пересечения событий x принадлежит А, y принадлежит B в виде объединения вот таких вот попарно-дизъюнктных событий. Так что здесь можно написать сумму по тем k и g, для которых вот АК попало в А, bg попало в B,
Вот. И вот этих вот пересечений, вероятности пересечений. Вероятность того, что x равно ak. Ну вот видите, я здесь могу поставить запятую вместо пересечения. Y равно bg. Ну и дальше все понятно. Теперь я могу... давайте обозначим для простоты эту вероятность pk, а вот эту вероятность qg. Тогда в силу моей гипотезы, в силу нашего предположения, вероятность этого события – это есть pk, умноженное на qg. И вот здесь у нас возникает такая сумма такого суммируемого семейства, потому что все не отрицательно, и сумма pk и сумма qg дает единицу, так что тут нет никаких проблем. И сумма этих произведений естественным образом распадется в произведение двух сумм. Давайте здесь закончим. То есть мы получим сумму по k, по тем k, для которых ak лежит в a, pk, умноженное на сумму qg по тем g, для которых bg попало в b. Это понятно почему? Что такая двойная сумма, я ведь могу, поскольку у меня все не отрицательно, сумма таких произведений, я могу ее сгруппировать при суммировании как хочу. Ну так давайте зафиксируем k и будем суммировать по g. И у нас возникнет такая сумма, сумма pk qg по тем g, для которых что-то выполнено. Ну pk-то ведь не зависит от... И может вынесется. А получившаяся сумма, в свою очередь, не будет зависеть от k. Она вынесется из второй суммы, и вы придете к произведению. Вот. Ну и вот эти вот суммы, это как раз и есть вероятность того, что x попало в a, на вероятность того, что y попало в b. Утверждение тем самым доказано. Вот такой критерий независимости. Так. А почему эти множества не попарно сделаны? Ну, как почему? Ну, давайте посмотрите. Я, потому что ак-то и все различны между собой, и бж-то и различны между собой. Значит, у нас, если вы возьмете другую пару индексов, то уже там ак-1 и бж-1. Если хотя бы один элемент, если один индекс отличается от этого, уже пары будут различные, и, соответственно, у нас события будут дизюм. Не может быть одновременно, чтобы x равнялось и ak, и ak1, если k не равно k1, потому что мы предположили, что все значения различны. Вот. Так, еще вопросы? Так, нет вопросов. Хорошо. Значит, теперь следующий шаг. Как быть с независимостью большего числа случайных величин, скажем, n штук? Ну, определение совершенно аналогично. Основное определение абсолютно повторяет то, что для двух случайных величин. Вот предположим, что мы имеем x1 и так далее, xn. Они независимы, если вероятность того, что x1 попало в a1, x2 попало в a2 и так далее, xn попало в an, вот равно произведению вероятностей. Ну, лучше сказать, прошу прощения, если, это я поторопился, это чуть дальше будет, ну, понадобится, если для любого выбора множества k под множество e, для любого выбора, у нас событие x принадлежит ak, вот эти события, k равно 1 и так далее, n, независимы.
Вот так вот. Вот. Вот определение. Что является дословным и естественным, если хотите, обобщением предыдущего определения. Правильно? Вот у нас есть события, которые связаны, x-катая, конечно, связаны с индивидуальными случайными величинами. Ну и нужно, чтобы они все были независимы в совокупности. Вот я утверждаю, что это выполнено тогда и только тогда, когда вот для любого выбора А1, А2, АН мы имеем вот такое равенство. Для любого выбора А-катых. Скажите, есть у вас вопросы в связи с последним утверждением или нет? Давайте вспомним независимость в совокупности n событий. Ведь она же требует не только такого равенства, правда? А там в определении требуется, чтобы для пересечения любых подсемейств выполнялось аналогичное равенство. Почему же здесь я сказал, что вот это вот достаточно? Кажется, что это меньше, чем нужно, правда ведь? Нет. Ну, восьмерка стоит, и все множество. Совершенно верно. Это только кажется, совершенно верно. На самом деле, просто если это верно при любом выборе А-катых, то это, то и все вот те самые для подсемейств соответствующие равенства тоже будут выполняться. Ну, например, представьте себе, что я взял АН-ное, просто все множество Е. Тогда событие Xn принадлежит Е, это будет достоверное событие, это омега. И это можно будет просто стереть. А что справа будет? А справа соответствующий множитель превратится в единицу, потому что Xn принадлежит Е, вероятность этого события будет равна единице. Ну и это, значит, то же самое для более общего случая. Ну, давайте это все-таки распишем, чтобы не вызывало никаких вопросов. Ну, например, я хочу установить такое, что x1 попало в А1 и так далее, xk попало в АК. Вот рассмотреть такую вероятность при k меньшем d. Ну так это то же самое, вот как вот мы уже замечали, что x1 попало в А1 и так далее, xk попало в АК, а дальше xk плюс первое, это точка Е, и так далее, до xd, xd попало в Е. Я могу это приписать, ничего не изменится, потому что каждое из этих событий – это омега. И пересечение, которое здесь вы видите, это ровно то же самое, что в начале. Ну вот теперь я могу применить вот это равенство, ну и получу, что же я получу? Я получу произведение всех вот этих вероятностей. P x катая попало в А катая, x житая в А житая, g от единицы до k, умноженное, я выделю вот эти все сомножители, на произведение вероятностей того, что x g попало в E, здесь уже g от k плюс 1 до d. Ну так вот, этот сомножитель равен единице просто-напросто. Просто каждый сомножитель здесь равен единице. Ну и мы получим вот это равенство того, что вероятность пересечения равна произведению вероятности для любого подсемейства. Так что действительно получаем независимость. Ну, наконец, последнее, что здесь нужно. Вот аналог этого предложения. Я надеюсь, что вы понимаете, что он, конечно, справедлив для любого количества случайных величин. А именно, предложение 2 – это как бы, и лучше, может быть, назвать один штрих. Предположим, что у нас есть величины x1, xn, случайные элементы e, ну вот давайте, пусть А, К, И по И. Это значение
случайного элемента x, xk. Ну, тогда эти величины x1 и так далее, xn, независимы в том и только том случае, если вот вероятность пересечения xk равняется ak и kt по k от единицы до n. Вот такая вероятность равна произведению вероятностей xk равняется ak и kt по k от единицы до n. Для любого выбора индексов и1, ик, и n. То есть при любом выборе вот этих самых элементов, значений наших индивидуальных, компонент нашего вектора. Доказательство ровно такое же. Я думаю, что нет смысла тратить на это время. То же самое, что для двух. Точно так же вы расписываете. Ну, это уже стерто здесь. Значит, итак, мы приняли определение независимости случайных величин. У нас имеется в нашем распоряжении некий критерий, как проверять независимость случайных величин, что достаточно вот перебирать цепочки значений и проверять вот такие вот равенства на этих значениях. Вот. Ну, а спрашивается, вот, а как конструировать независимые случайные величины? И вообще, как конструировать вообще случайные величины? Ну, что значит конструировать? Поскольку, надо уточнить вопрос, поскольку случайная величина – это функция, ну вот взяли функцию и сконструировали. Но я же уже сказал, что нас не интересует, не столько интересует сама функция, сколько интересует распределение. Поэтому мой вопрос нужно понимать следующим образом. Как сконструировать случайную величину с заданным распределением? Предположим, у нас нет еще невероятностного пространства, есть только распределение. Можем ли мы быть уверенными в том, что существует случайный элемент с таким распределением? Ну, ответ, безусловно, положительный. Это очень хорошо. Значит, тем самым мы... Как только у нас есть распределение, так сразу все в порядке. Что значит, у нас есть распределение? Значит, это означает, что у нас есть множество Е, в нем выбраны два набора чисел, набор элементов и набор чисел ПК. Эти ПК не отрицательны, и сумма ПК равна единице. Я об этом не говорил, но это должно быть понятно по всем К. Так? Вот если у нас задано такое, такие два набора, можно говорить о том, что задано распределение. Спрашивается, а существует ли случайная величина с таким распределением? Как ее построить? Как выбрать омега? Как выбрать функцию? Ну. Совершенно верно. Омега – это Е. Надо взять, достаточно взять омега равно Е, а функция x от омега – это просто тождественное отображение. Ну да. Но лучше сказать так, это не очень хорошо, потому что на самом деле нужно взять следующее. Пусть А – это вот это наше множество. Давайте возьмем в качестве омега множество А. Вот. И тогда функцию x от омега зададим так, омега, на этом множестве А. Тогда получим функцию со значениями в Е. Ее значениями этой функции автоматически будут в точности точки АК и ровно с теми же самыми вероятностями. Да, ну, значит, а вероятностную меру здесь на А вот нужно определить. Может быть... Давайте, конечно, нужно ее
вероятностную меру P, P от B, B под множество A, нужно определить именно вот так, как мы уже определяли ПК по всем АК, попавшим в Б. Вот это вероятность, и такая функция будет в точности иметь значение АК с нужными вероятностями. Так что это немножечко такая конструкция, кажущаяся такой очень примитивной, но она, по крайней мере, показывает, что при любом выборе распределения всегда есть возможность рассматривать это распределение как распределение случайной величины. Так, это понятно? Это первый раз кажется немножко странным, и это такие, в общем, немножко скучные вещи, но необходимо это понимать. Так, если есть вопросы, задавайте. Значит, еще раз повторяю. Вот у нас есть множество наших значений. Так. Вот мы строим такую вероятностную меру на это множество. Это множество А. Вот оно. И дальше задаем, рассматриваем тождественное отображение. А – это подмножество Е. Х от омега равно омега. Вот. Все. Случайная величина, случайная величина. Вероятность задана вот таким образом. Ну и тогда вероятность того, что Х равно АК, это и есть ПК просто. По построению, потому что множество B здесь состоит из одной единственной точки. Множество тех омега, для которых x от омега равно АК, это есть точка омега равная АК. Значит, это ПК. Так что вот распределение будет ровно то же самое, и те же самые значения будут. Хорошо, с одной величиной вроде бы разобрались. А как быть с независимыми случайными. Понятно, здесь множество Е произвольно, значит, мы разобрались с любым случайным элементом. Спрашивается. Теперь вопрос поставим так. Вот у нас есть несколько распределений. Давайте для двух. Как только будет понятно, как это происходит для двух, должно быть, станет понятно, как это происходит для большего числа. Предположим, что у нас есть P и Q – это два распределения вот такого вида. То есть есть два набора. Значит, есть набор АК-тых с вероятностями ПК и есть БЖ-тые с вероятностями КУЖИ. Так, вот это Q, вот это P, а это Q. Два распределения. Спрашивается, можно ли построить независимые случайные величины вот в точности с такими заданными распределениями. Если можно, то как? Значит, ответ тоже положительный. И не только для двух, но для любого числа. Вот как вы не выбираете распределение, значит, единственное условие на них – это вот такое. Вот. Числа ПК-то должны быть не отрицательны, сумма равна единице. Всегда можно построить вероятностное пространство и случайные величины, которые будут независимы. Значит, вот подходящая конструкция связана с тем, что я говорил ранее, связана с прямым произведением пространств. Вот давайте... Значит, здесь я не уточнил, где находятся вот эти самые акаты и бежитые, правильно ведь? Ну, давайте считать, что они есть точки множества Е. Так что мы хотим сконструировать случайные величины со значениями в Е. Ну, что нужно сделать? Во-первых, понятно, что нужно взять теперь прямое произведение. Ну и, опять-таки, для конструкции мы можем считать, что множество Е... Ну, пусть будет так. Е в квадрате. Так? Дальше. Как задать вероятностную меру на это множество Е? Вероятностную меру зададим следующим образом. P от А. А – это подмножество. Зададим так, как сумму ПК КУЖИ по тем К и Ж, для которых точка АК БЖ попала в А.
Значит, что я делаю? Вот посмотрите на картинке. На картинке делается следующее. Вот у нас множество Е, вот прямое произведение. Значит, здесь есть точки А катые, здесь точки Б житые. Вот я беру, вот здесь возникает прямое произведение вот этих самых подмножеств, да? А почему мы для одной величины брали в точности А, а здесь берем Е? А почему мы не взяли это множество К за произведение множества К, множество Б? Ну, можно и там тоже Е взять на самом деле. Но... более чем счетно, то это может быть плохо. Ну да, да, если Е более чем счетно, то это может быть плохо. Ну... Хорошо, давайте множество Е сузим, чтобы вас не смущало это. Давайте сузим до объединения множества А-катых и Б-житых. Вот эти два множества. Тогда уж точно будет счетное подмножество. Вот здесь будет часть, здесь будет. Так что будет все счетно. Никаких проблем не возникнет. Ну, вот они вот здесь будут. Я же нарисовал, это же абстрактная картинка, правда? Нет, непонятно, да? Хорошо, давайте возьмем в качестве Е объединение. Вот, А-катая, объединенная с Б-житыми. На самом деле, всегда можно считать, что у вас значения одни и те же. Просто некоторые значения, если мы, допустим, примем соглашение, что некоторые значения могут приниматься с вероятностью 0. Вот если такое соглашение принять, то тогда всегда можно считать, что вот эти акаты и бежиты, два множества, что это одно и то же множество. Никто не запрещает. Вот такое множество взяли. Теперь уже... Все в порядке, это счетное множество. Ну вот я его нарисовал в виде таких вот линий. На самом деле это дискретное множество, и здесь дискретное. Берем прямое произведение, возникает такая решетка, естественно. Вот. И задаем вот на подмножествах этого множества, вот если вот его так нарисовать, вот по этой формуле задаем функцию. Мы знаем, что поскольку ПК, умноженное на КЖ, неотрицательно, и сумма по, К, по всем К и Ж, ПК, КЖ, равна единице, то, как я уже объяснял, вот так заданная функция, она удовлетворяет всем гипотезам относительно вероятности. Это вероятность. Тем самым получили вероятностное пространство, множество Е, вот это множество омега, его я беру в качестве множества омега, и вот с такой вероятностной мерой. Ну и теперь определяю случайные величины. Мы в качестве омега Е крест Е, наверное, берем. Да, совершенно верно. В качестве омега берем Е крест Е. Да, спасибо. Ну и теперь как определить х от омега? Значит, омега – это точка с двумя координатами, так, раз мы в прямом произведении. Значит, это x от омега-1, омега-2. Берем равно просто омега-1, первой координате. А y от омега, это y от омега-1, омега-2. Берем просто вторую координату. И с другими словами, вот функция задана на таком множестве, точками которого являются пары АК и БЖ. АК, БЖ. И на такой точке значение х, это и есть АК, это просто проекции на координатные оси в таком абстрактном смысле. Вот. Ну и что можно сказать? Ну тогда сразу проверяется, что вероятность того, что сразу получим. Мы сразу получим, что вероятность того, что x равняется... Ясно, что значениями x могут быть только точки АК, значениями y могут быть только точки BG, и вероятность вот такого события, BG, это есть просто ПК на КЖ. В то же самое время,
Пекате, это ведь есть то же самое, что сумма ПК на кужи по всем жи, потому что сумма кужи равно единице. Ну и в такой форме это то же самое, что вероятность того, что x равняется АК, а y лежит в Е, принимает одно из значений БЖ. То есть вероятность того, что x равно АК. Ну вот мы и получаем здесь произведение вероятности. Вероятность того, что x равно АК. И точно так же кужи это есть вероятность того, что y равно bg. Ну и в силу предыдущего вот, предложения 1 мы видим, что x и y независимы, поскольку это верно для любых k и g. Ну и если у вас их случайных, вы хотите построить большее число случайных величин, ну так надо взять произведение не двух, а в большем количестве. А суть та же самая. Я не хочу сейчас вдаваться в детали, но важно, чтобы вы восприняли идею. И важно, чтобы вы запомнили, что... И поняли, лучше сказать, не просто запомнили, а поняли, что, когда, что всегда, когда мы говорим, что рассмотрим последовательность независимых случайных величин с такими-то распределениями, что вопроса о существовании нету, всегда можно, такой объект всегда существует. Ну вот, теперь перейдем к более интересным вещам, к более содержательным. Если нет вопросов. Сделайте такой подзаголовок. Испытание Бернулли. О чем пойдет речь в этом разделе? Ну, помните, мы начинали, я начинал лекции, в первой лекции я говорил о том, каким, почему аксиомы, которые мы выбираем, вероятностные, вот такие, а не другие. И опирались мы на свойства статистической такой, на свойства устойчивости частот. А эти частоты возникали при повторении одного простого эксперимента, когда мы следили за реализации фиксированного события, вот, ну, типа бросания монеты. Ну вот испытание Бернулли, это, как вы сейчас увидите, как раз соответствует, это есть в некотором смысле формализация вот такого опыта, состоящего в независимом повторении опыта всего с двумя исходами. Значит, итак, вы помните, что распределение Бернулли это распределение на двух точках 0,1 с вероятностями p и 1 минус p. Помните, я вводил такое обозначение, когда приводил примеры некоторых таких конкретных распределений вероятности. Вот давайте рассмотрим последовательность из n независимых случайных величин, каждая из которых имеет распределение Бернулли. Значит, бернуллиевские величины. Последовательность из n независимых случайных величин с распределением Бернулли. Вот это и есть эквивалент опыта с двумя исходами. Смотрите, эпсилон 1 может принимать значение или 0, или 1. Значит, каждая эпсилон k принимает значение или 0, или 1 с вероятностями p, 1, минус p. И они независимы. Значит, вот как раз у нас тем самым можно сказать, что мы рассматриваем опыт, повторяющийся
в одних и тех же условиях. Это означает, что каждое следующее повторение не зависит от предыдущего. Так ведь, раз условия неизменны. Вот. Значит, успех, обычно событие, состоящее в том, что эпсилон К равно единице, эпсилон К равно единице, называется успехом, успех в испытании с номером К, значит, в К-том испытании. Соответственно, эпсилон К равно нулю, мы говорим о неудаче или неуспехе в испытании с номером К. Вот. Ну вот, самый удобный способ, когда мы уже поняли, что такое случайные величины, что такое независимые случайные величины, самый простой способ описать, что, вот, как вот выразить, как найти эквивалент в нашей модели для вот такого сложного повторяющегося эксперимента, вот этот, просто рассмотреть последовательности из n независимых случайных величин с такими распределениями. Это понятно? То есть вот это и называется последовательность, этой последовательности называется последовательностью n испытаний Бернулли. Значит, когда вы слышите слова о том, что вот да, испытания Бернулли, n испытаний, сразу представляете себе, что речь идет о такой последовательности. В силу того, что я сказал ранее, все в порядке, проблем нет, такая последовательность существует. Вот. Ну хорошо. Значит, и вот в разных жизненных ситуациях, в конкретных ситуациях, вот такие последовательности возникают довольно часто. Ну, например, бросаете монету, вот вам сразу попадаете в эти условия. В связи с рассмотрением вот такой последовательности интерес представляет следующие вероятности, которые я обозначу Pn от K. Это вероятность того, что сумма эпсилон 1 плюс эпсилон n равняется k. Почему эти вероятности представляют интерес? Ну, давайте осмыслим, что такое эта сумма. В каждое слагаемое равно либо нулю, либо единице. Значит, сумма равна числу единиц. А число единиц – это число успехов. Так что речь идет о вероятности того, что число успехов в нашей серии из n-испытаний равно k, что ровно k успехов мы получили. Вот. Ну, очень хорошо. С другой стороны, если посмотреть на это, то можно эту задачу охарактеризовать так, что, по сути, представьте себе, что вы знаете все эти вероятности. Значит, ясно, что какие значения для k здесь возможны? Ноль. 1 и так далее. Последнее максимальное значение n. Последнее максимальное значение n. Значит, по сути, речь идет также о том, чтобы найти распределение суммы независимых случайных величин. N штук. В простейшем случае, когда индивидуальные слагаемые имеют очень простое распределение. Вообще говоря, задача о нахождении распределения суммы даже независимых случайных величин, эта задача непростая. Вот оказывается, что в этом случае можно в точности найти эти вероятности, и оказывается, что эти вероятности есть, даются числами, которые вы уже знаете. Это есть c из n по k, p в степени k, q это единица минус p для сокращения, q в степени n минус k. Сейчас мы это докажем. Если хотите, можете сформулировать это в виде предложения. Предложение, что PNK, вот эта вероятность, задается такой формулой. Ну и что это значит? Помните, я ведь приводил эти числа уже, когда мы говорили о биномиальном распределении. Так вот, то, что этот результат, можно сказать так, что случайная величина, равное числу успехов в серии из n испытаний Бернулли, это вот эта сумма, имеет биномиальное распределение с параметрами n и p. Вот что мы получим. Хорошо, как это доказывать?
Как это доказывать? Доказательства. Ну, давайте рассмотрим эту вероятность того, что эпсилон 1 плюс эпсилон n равняется k. Можно переписать эту вероятность так. Это есть вероятность того, что вектор эпсилон 1, эпсилон n принимает одно из возможных значений, дельта 1 и так далее, дельта n, так, для которых дельта 1 плюс дельта n равняется k. Это очевидное замечание. Но в такой форме понятно, что я могу использовать гипотезу о независимости случайных величин эпсилон 1 и эпсилон n. Потому что, значит, смотрите, значит, дальше я могу продолжить это. Что означает для всех таких наборов? Это означает, что это событие, это и есть объединение по всем индивидуальным наборам дельта 1, дельта k. Значит, я могу записать это так. Вероятность того, что объединение событий эпсилон 1, эпсилон n равняется дельта 1, дельта n. Так? И объединение берется по всем наборам вот дельта. Дельта с чертой – это вот этот вектор. Таким, что дельта 1 плюс дельта n равняется k. Но поскольку речь идет о всех индивидуальных наборах, все такие индивидуальные наборы различны, то вероятность объединения в силу аддитивности будет равна сумме вероятностей. Естественно, я не сказал, каждая дельта k, дельта g равняется или 0, или 1. Это само собой разумеется. Мы рассматриваем только цепочки из нулей и единиц. Вот. И сумма берется вот по тем дельта, с чертой для которых дельта 1 плюс дельта n равняется k. Ну, как вычислить эту вероятность? Ну, смотрите, значит, у нас здесь среди дельта ровно k единиц и n минус k нулей. Значит, эта вероятность, это ведь вероятность того, что эпсилон 1 равняется дельта 1, запятая, эпсилон 2 равняется дельта 2 и так далее, эпсилон n равняется дельта n. Это, запятая, это пересечение. Значит, здесь стоит пересечение n независимых событий. И значит, вероятность равна произведению вероятностей. И там, где дельта k равняется единице, мы получим p, а там, где 0, там получим единица минус p, q. И таких сомножителей, где будет p, будет равно, их будет ровно k штук. Значит, каждая такая вероятность равна p в степени k, q в степени n минус k. Ну и значит, вся сумма будет равна p в степени k, q в степени n минус k, умноженная на число таких слагаемых. Тем самым мы приходим вот к чему. Что это будет p в степени k, q в степени n минус k на мощность множества вот этих самых дельта, таких, что дельта 1 плюс, таких, что, я запишу так, дельта 1, дельта n в ровно k единиц. И мощность этого множества. Ну так мощность этого множества, что у вас есть n мест, вы выбираете k мест, куда ставите единицы, значит, мощность этого множества равна в точности числу способов, которыми можно в эти k мест зафиксировать. Значит, это ровно число способов выбрать k элементов из n. Это и есть c из n по k. Вот мы и получаем здесь c из n по k, p в степени k, q в степени n минус k. Тем самым утверждение доказано, получаем биномиальное распределение. Замечательно. Так что мы имеем точную формулу, можем ее использовать
вопрос следующий. Можем ли мы ее использовать на практике? Ну, когда-то можем, а когда-то это не очень удобно. Вот давайте посмотрим на такой пример. Предположим, что мы 10 тысяч раз подбросили симметричную монету. P равно Q. Равно 1 второй. И мы интересуемся вероятностью, значит, вот 10 тысяч, что ровно половина у нас гербов, а половина решеток. Значит, вот здесь будет 5 тысяч. Вот хотим понять, что это такое. Ну, у нас есть точная формула. Значит, это есть число сочетаний из 10 тысяч по 5 тысяч. Ну, а 1 вторая и 1 вторая даст нам просто 1 вторая в степени 10 тысяч. Ну, вот глядя на это число, можно сказать, большое, но маленькое вообще, какого оно порядка? Что-нибудь о нем можно сказать так сразу? Трудно, правда ведь? Потому что ну, здесь стоит 10 тысяч факториал, даже с калькуляторами это не так легко оценить. Деленное на 5 тысяч факториал в квадрате. Значит, ну, правильно, вот. Значит, нужно использовать там либо формулу Стирлинга, либо что-то. В общем, одним словом, короче говоря, что как только n становится достаточно большим, нужны приближенные формулы. Вот. Спрашивается, как, какого типа приближения можно здесь ожидать? Ну вот, существует два основных варианта для приближенного вычисления вот этих вероятностей ПНК. Один связан с пуассоновскими вероятностями, другой способ, он при других условиях действует, он связан с так называемым гауссовским распределением или с нормальным распределением. Значит, пока что про гауссовское нормальное распределение мы говорить не будем, потому что оно не является дискретным. Вот. А поговорим только о пуассоновском приближении. Давайте рассматривать вот это выражение Pn от k как функцию от n и p. Тогда справедливо следующее утверждение, теорема Пуассона. Предположим, что np сходится к лямбде, к некоторому числу. Больше нуля. Тогда для любого k 0, 1, 2 и так далее Pn от k будет сходиться к πk. Это будут пуассоновские вероятности лямбда k на k факториал e в степени минус лямбда. Ну вот посмотрите, когда это утверждение можно применять? Ну тогда, когда вот это произведение, ну оно не слишком большое, потому что если лямбда велико, то эти вероятности становятся очень маленькими, поскольку экспонента здесь забивает степень лямбда в степени k. Вот. Ну вот, скажем, если np, но что означает, что это достаточно... какое-то разумное значение, не слишком маленькое, но и не слишком большое. Но это означает, что p должно быть мало по отношению к n. А что тут значит инициатива, если моя бесконечность? Ну, при n стремящемся бесконечность, конечно. Пошли, да, я вот как-то не сказал об этом. Меняется. А? Что значит p не меняется? Я же повторяю, смотрите. В схеме p как бы зафиксировано, так? Поэтому часто эту теорему формулируют так. Пусть P зависит от N, то есть у вас есть как бы одна серия испытаний Бернули, потом вторая с другой вероятностью и так далее. Но я забываю об испытаниях Бернули, я просто рассматриваю вот эту самую вероятность Pn от K как функцию, K фиксировано здесь, как функцию от двух переменных, от N и P.
И дальше говорю, что при условии, что если n и p, вот n стремится к бесконечности, а, соответственно, p должно быть пропорционально лямбда делить на n, так ведь? Значит, вот p эквивалентно лямбда делить на n. То есть, вот. Вот тогда происходит следующее, и можно пользоваться таким приближением. Другими словами, на практике как применять это? Вот если у вас число испытаний велико, а вероятность маленькая, достаточно маленькая, такая, что NP, ну, скажем, там в районе 10 где-то, ну, не превышает 10, скажем, то тогда вот как раз пуассоновское приближение действует исключительно хорошо. Если вы посмотрите на таблицы, есть таблицы пуассоновских вероятностей, можно проверить, что там замечательно быстро все, сходимость это очень быстрая. Ну, мы сейчас у нас уже... А нет, еще есть время, значит, мы как раз докажем эту теорему. Вот. А потом я вам еще в качестве дополнения расскажу, как оценить скорость этой сходимости. Существует очень красивый способ, но там надо будет вам немножко напрягаться, потому что... Да? Да, всю теорему. Предположим, что NP стремится к лямбда при N, стремящемся в бесконечность. Ну, два параметра. Кто мешает нам рассмотреть такую ситуацию? Никто. Правильно? Смотрите, что такое PNK? PNK – это число сочетаний из N по K. K фиксировано, значит, параметр N меняется. А дальше в нем есть еще параметр P. P – единица минус P в степени N минус K. Значит, вот это выражение при этом, при таком условии, будет сходиться вот к пуассоновской вероятности. Доказательство. Ну, давайте посмотрим. Вот эта вероятность, вот она. Давайте ее распишем. Значит, что тут будет? N факториал делить на K факториал делить на N минус K факториал P в степени K 1 минус P в степени N минус K. Ну, во-первых, сразу замечаем, что у нас один сомножитель уже, вот он, K факториал появился. Значит, выносим его 1 на k факториал. Он у нас от n не зависит и от p не зависит. А если n факториал поделить на n минус k факториал, то что у нас получится? Значит, у нас получится произведение каких чисел? Значит, будет n минус k плюс 1 и так далее до n, так ведь? После того, как мы сократим на n минус k факториал. Дальше, смотрите, поскольку мы имеем информацию о произведении np, то давайте вот вместо p в степени k давайте напишем np в степени k. Np в степени k. Значит, тем самым я домножил на n в степени k, но я должен поделить на n в степени k. Вот я поделю. Так. Ну, а единицу минус p перепишем как 1. P выразим из вот этого соотношения. Значит, давайте так. Давайте обозначим np лямбда n. И тогда здесь будет p будет равно лямбда n делить на n. И здесь степень напишем n. И еще единица делить на 1 минус лямбда n на n в степени k. Вот так вот перепишем. Ну, уже почти все, что нужно, нам есть. Значит, смотрите, np стремится к лямбде. Значит, np в степени k будет сходиться как раз к лямбде в степени k. Так что вот второй сомножитель мы найдем. Получим вот. Так что вот этот сомножитель ведет себя хорошо. Теперь давайте разберемся вот с тем, что здесь в скобках. Давайте, здесь у нас в числителе k произведение k чисел и в знаменателе k. Давайте их почленно поделим. Что у нас получится? Здесь у нас получится 1 минус k минус 1 на n, 1 минус там что-то там еще и так далее. В конце будет 1 минус 1 n
будет n минус 1 сомножитель. Здесь будет k минус 2 на n и так далее. Ну и смотрите, у нас сомножители, число сомножителей равно k минус 1. Так? И каждый сомножитель стремится к единице при n, стремящемся в бесконечность, поскольку k фиксировано. Так что это выражение все стремится к единице. Дальше. Ну, здесь лямбда n на n. Лямбда n у нас сходится к лямбда. Значит, каждый такой сомножитель стремится тоже к единице. Их конечное число. Значит, вот этот вот член тоже стремится к единице при n, стремящемся в бесконечность. Ну, а что можно сказать про оставшийся? Это вы должны знать из анализа, куда он сходится. Ну вот, вы изучали заведомо вот такую вещь. Предельное поведение. Знаете, да? Что он сходится к чему? К e в степени x. Ну, а если я заменю здесь x на xn и добавлю, что xn сходится к x, то результат будет тот же самый. Это вот я предлагаю вам самостоятельно проверить. Это некое усиление того, что вы знаете, но это некий классический факт. Но он легко доказывается, впрочем. Вот. Ну, особенно если вы знаете логарифмы, то уж совсем легко. Так что этот, вот здесь мы получаем сходимость к e в степени минус лямбда. Ну и все. Значит, тем самым получаем, смотрите, вот здесь у нас сходимость к лямбда в степени k. Значит, получаем лямбда k на k факториал, e в степени минус лямбда, ну и еще два сомножителя, которые уходят в единицу. Вот, получаем результат. Так что, видите, здесь мы даже формула Стирлинга не нужна в этом случае. Теорема Пуассона. Ну вот. Значит, теперь, что же, как можно дополнить? Значит, вопрос о том, как быстро можно ли что-нибудь сказать о скорости сходимости. Теорема 2. Я не знаю точно, кому она принадлежит, но она появилась уже много позже, чем во времена Пуассона. Вот. Очень может быть, что все-таки она принадлежит, наверное, Прохорову. Но точно не знаю. Теорема 2 такая. Супремум по всем k. Pn от k минус pk. Вот это супремум. Не превосходит. Нп квадрат. Просто при фиксированных n и k. При всех фиксированных n и k имеет место такое неравенство. Значит, почему это дает скорость сходимости? Ну, представим себе, смотрите, перепишем правую часть так. 2np в квадрате делить на n. Np – это лямбда n. Оно по предположению в предыдущей теореме мы предполагаем, что оно сходится к лямбда, да? Значит, это все не превосходит константы на n. То есть получаем скорость сходимости, уж по крайней мере, порядка 1n из вот этой теоремы. Вот.
Доказательство этого факта основано на неком методе, который появился где-то, то есть зародился и восходит к замечательному такому математику украинскому Скороходу, где-то, значит, в районе 60-х годов прошлого теперь столетия, который теперь называется метод одного вероятностного пространства. Ну и вот в следующий раз я вам расскажу, как это делается, но там есть некоторые моменты, которые все-таки вам придется принять на веру, но идею метода воспринять можно. На самом деле мы докажем даже более сильное утверждение. Мы докажем вот что, что супремум по всем произвольным множеством, значит, давайте так напишем, P Sn от A минус P от A, такой супремум не превосходит 2NP квадрат. Значит, что здесь написано? Вот здесь P от A – это сумма пикатых по всем K, принадлежащим A, а вот это вот – это сумма PNK по всем K, принадлежащим A. Вот вероятностные, что любые вероятности, связанные с биномиальным распределением и с пуассоновским, вот они равномерно близки, равномерно оцениваются вот этой величиной 2np квадрат. Вот, ну вот теперь можно на этом остановиться. Если есть вопросы, как всегда, они приветствуются.